организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. У меня камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Нельзя противиться воле отца! Спасибо, помощник. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом, надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча, они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись, еще и вооружены винтовками и дробовиками.
купить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Thank you.
видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Чем же я такое заслужил? Не могу поверить, что попался. Прошу, спаси. Спасибо, помощник. Правильный выбор. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех, пусть святоши знают, с кем имеют дело. Меняю позицию. Гляди, там эдемщики. Иду туда. Я иду. Черт возьми! Thank you.
осмотритесь! Может, есть выжившие? Что найдем, все наше. Кажется, за мной приглядывают. Если я умру, то он будет достойный. Почему бы и нет? А лучше не надо. Пусть не я, но кто-нибудь их остановит. Развели тут пусто. Так значит, это конец. Сделай что-нибудь. Ох ты ж черт, спасибо. Может, мы сами во всем виноваты. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Я не верю в удачу, но сейчас мне точно повезло. Не это. Надоело слышать смех этой девчонки. Мне жаль тех, кто перебегает к эдемщикам. Они просто напуганы. Впереди сектанты. Тише. Иду, прикрой. Граната! Прямо в черепушку! Настоящий счастливчик. Есть. На месте. Тут кто-то есть?
неприятеля. Следи за языком. Лэнс, иду, прикрой. Не знаю, как тебе помочь. У Сидов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Вокруг делают замеры и все такое. Я чуть было не погиб. Спасибо. От меня никому не уйти. Меняю позицию. Ты держишься. Ну, ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Я не верю в удачу, но сейчас мне точно повезло. Твой должник. Хотел бы я обойтись без крови, но, похоже, не получится. Оружие трофейное. Пошарю здесь потом. Вдруг патроны найду.
зону целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Округ Хоуп включает три региона. На севере горы Уайтейл. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. Иоанн заявился туда и забирает для секты все. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Тебя с острова. Не дергайся, ждать осталось недолго. О, черт. Помощник, из долины Холланд пришло что-то новенькое. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Твою мать! Твоя напарница Хадсон у Иоанна. Ей приходится нелегко. Три места на твоей карте. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке и город Фолзенд на западе. Выбор за тобой, но я бы начал с Фолзенда.
сделать, но к коллапсу мы уже подготовились. Ладно. Так, я точно что-то слышу. Меня! Дёрнись! Жаль, что мы тут все разнесем. Ничто не приносит такого умиротворения, как рыбалка. Рыбалка здесь отменная. Глупо упускать такую возможность. Когда вокруг творится такое безумие, приятно немного побыть одному. Важно четко понимать, где правда, а где ложь. Как по мне, все проблемы сейчас только от того, что большинство людей не думает, прежде чем что-то сделать. Не все проблемы можно решить пулями, верно? Ну, это лишь мое мнение. Если нужно снаряжение или наживка, обращайся.